Всех приветствую. 1392 сборка. Новый системный блок. Построен на базе процессора AMD Athlon Pro 200GE. Родословно он берет с второго поколения Ryzen. Имеет хорошую встроенную графику AMD RX Vega 3, которая позволяет играть такие игрушки, как танки, на средних настройках графики. Процессор 2 ядра 4 потока, 3200 МГц. Материнская плата у нас на B450 чипсете, ASRock B450M HDV. Имеет на борту разъем Ultra M2, куда можно подключить как SSD накопителя с PCI-экспрессным интерфейсом NVMe, так и интерфейсом SATA. Плата будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen, потому что чипсет B450. Ну и, соответственно, компьютер, если что, при желании всегда можно будет проапгрейдить. Стоит сейчас планка памяти 1 на 8 ГБ, DDR4, частотой 2666 МГц фирмы Kingston. Обычная одноранговая память. В пару к ней можно в будущем поставить вторую такую же, ну и будет тогда работать в двухканальном режиме. Максимальный объем памяти у нас 32 гигабайта на этой плате. Достигается путем установки двух модулей по 16 гигабайт. Блок питания у нас на 550 ватт Aerocool, который будет тянуть, в принципе, любую видеокарту уровня, допустим, GTX 1650, 1660 и стареньких 1060, 1050 Ti и так далее. То есть, в принципе, в будущем можно поставить еще и видеокарту, опять же, при надобности. Стоит у нас SSD накопитель на 120 гигабайт фирма Patriot, модель Burst. И в корзине стоит жесткий диск на 1 терабайт фирма Toshiba на 7200 оборотов. Такой вот системник. Корпус у нас формула F3402. Имеет на борту контроллер RGB подсветки. И на этот контроллер подключена и передняя подсветка, и вентилятор на выдув с подсветкой, и вентилятор на процессоре. Вентилятор у нас Aerocool Core Plus. Везде разъем RGB использован, addressable. Все синхронизировано. Порядка 50 режимов работы подсветки. У этого контроллера управляется отдельной кнопочкой LED. На корпусе есть USB 3.0 и два разъема USB 2.0. Сверху есть перфорация. Сбоку будет закаленное стекло. Такой вот симпатичный системник. По деньгам машинка у нас получилась 22 050 рублей. Такой вот симпатичный ящик.